Всем привет! Сегодня мы опять будем охотиться на голубей. Я с Олей, и вон там Димон с Максом тусуется. Чива расставились там, где я в прошлый раз охотился. Солнце еще не встало. 6:20. Посмотрел на часах, которых нет. 6:20 определил. Это самое. Ну все, сейчас через 10-15 минут должны... 6:21. Через 25 минут полетит первый голубь. Димон кусту на краю прячется. Где Макс? О. Да, с Максом. Так, я, короче, сажусь, прячусь от комаров сразу. И жду, пока голубь налетит. Сезон гнуса. Красава. Принеси. Принеси. Макс, принеси. С полем, Димон. А? С полем, говорю. То давай стрелять. Как над нами, над тобой. Одного сбил. Ага. Говори, чтобы принесла. Принеси! Принеси! Ко мне! Молодец! Ко мне, ко мне! Молодец, молодец! Давай, молодец. Это сизый. Да. Ну. Давай, принеси, принеси. Вот один или давай. Пятеро, а эти какие-то меньше. Давай, давай, давай. Принеси, да? Да. Молодец, Сива, молодец. Молодец. Это мяч? Да. Молодец. Молодой. Ай, молодец. Ну даже не молодой, но такой. Куда ты? Что это у тебя за собака такая? Ну, собака принесла голубя, молодец. Ну, такого красавца. С полем. Спасибо. Я его потерял. Вот он. Заходит. Блин, как раз кукурузный лист под глаз попал. Попал? Не, не попал. Угу. Нет, далековато. Далековато. Половину. На половину. Чего? Нельзя. Заходит. Ты какого будешь? Я буду правого. Ну надо было стрельнуть. А? Говорю, надо было стрельнуть. Надо было не бить, может они развернулись. Да, далеко были. О, вот летят. Сергей справа. Справа? А, нет, это не они. Комаров немного, совсем чуть-чуть. Можно жменю так зачерпнуть их. Спасибо.
его голубя увидела или что? Видать, вчера напугали мы сильно голубей, я сильно напугал голубей, и сегодня, ну, вообще никакого лета не было, буквально несколько, один только. Короче, слабо совсем, и надо искать, скорее всего, они на другое поле начали летать. Сейчас проедемся, поищем. Вот, всего два трофея, Макс, покажешь, о чем мы забыли. Два вяхеля только. Пошел в ту сторону. Тут прям зерна нету, я смотрю. Здесь лось рылся, пошел в ту сторону. Что? Лось. Лось рылся? Лось не роется. А у меня роется. Пойдем. Ну что? О, Димон, к 1 сентября под вот такой букет вот. Букет сухих веток. Несет. Ну что, следующий день мы пришли на соседнее поле. Вчера вроде бы сюда гуси. Ой, говорю, гуси, уже гуси. Хочется гусей. Голуби сюда начали летать. Я там их напугал, они сюда начали летать. Сейчас будем тут пытаться охотиться. Все, быстрее, пока солнце не взошло. Сделали вот такой вот скрадок на скорую руку. Димон сделал, пока мы чучела выставляли. Чего мастер-скрадочник. Чего копает яму себе. Будет стрелять с ямы. Трое в скрадке, не считая собаки. Я не знаю, я слышал историю вообще, что рыбаки плыли, и лось переплывал, и они решили его прихватить. Накинули веревку ему на этого, от лодки. Он сунул до берега. Ну, сейчас до берега дотянет, мы его прирежем. Будет лосятина. Он почувствовал под ногами землю, как рвануло, они выпали с лодкой и убежал. Снасти собирали еще, говорит, километра два. Там разные удочки, сумки, а лодку так и не нашли. Представь, охотник стоит, бляха, бегит лось с лодкой. Красотень, бля. Забил лося и лодка в подарок. Ага. Ишу. Я да. Увидел, оттуда заходил, увидел. Принеси, принеси, молодец. Давай на. Давай, давай, давай. Давай на место. Давай, принеси. Нет, так три заходило уже на эти. Да. А два так пролетело. Ты не видел их? Нет. Они заходили, три штуки, и вот так пролетели. Можно, можно по этим двум? Я думал, что они на меня налетят, но они как раз тут на скротком. А потом два за ними пошли. Своим криком. Игнорирую. Уже не сзади залетят сейчас. Ага. Давай. Этот, бляха, зайдет. С полем! Полем! С
надо ему кружить. Молодец, принеси, принеси, принеси. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Давай, 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 давай. Давай, принеси. Молодец, молодец. Давай, принеси. Давай, 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 давай. Ну так далековато было. Давай, ай, молодец, давай, давай, давай. Спасибо. Ай, молодец. Ко мне. Чиво. Давай. Молодец. Все. Брось, брось. Все, брось, 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 брось. Молодец. Решили переместиться с канавы, потому что нас как бы видно было. Надо было заранее там скрадочек сделать. Ну, особо сегодня не летали голуби. То есть, то ли погода, то ли мы место немножко неправильное выбрали. Где-то там основная масса была. Ну, будем уходить. Ну, чего там, смотри, какой у нас. Сними, покажи. Вредитель. В 9 часов будем собираться уходить. 2 дня охоты. В принципе, такой результат. Вчера 2, сегодня 3. Ну, так себе. Ну, это же охота. В следующий раз будет лучше. Как раз сейчас не охотничьи дни начинаются. Надо будет поездить в разведку, посмотреть, где летают и обстоятельно. Ну, есть на примете одно поле неплохое. Есть перспективы, что там будет нормальная охота. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угодьях. Надо собираться, потому что там туча огромная идет. Да и голуби перестали летать.